Люди добрые. Вы знаете, что я подумал? А что бы нам не поехать и не попробовать опять сдать этот груз в порт? Так что что, народ, погнали? Всем привет и приятных просмотров. Прогрелась. Скоростяне включаются сами. Ну и плюс дядя Вова еще не умеет. Все учится. Солнце светит прямо в глаз. Ночью такой ветер был. Народ, радостные новости. Внук родился в 3:03 ночи. Так что дед счастливый и довольный. Как-то так. Можете поздравить. 4 внука у меня, 2 внучки и 2 внука. А внуки — это хорошо. Ента благословение, 100%. Всегда с утра, когда выезжаете, то я обычно 15 минут прогреваю трака. Кто-то скажет, не надо. Всякие делают по-разному. Но я за свое время, сколько вот прогреваю 15 минут трака, особенно в холодный день, зимой, еще ни одного движка не запорол. Еще капремонт. Ни одному двигателю не делал. Что в Детройте шестерни не полетели, то это не капремонт. Это просто от старости. Косточки начали у него сыпаться. А так, в основном, когда вы прогреваете 15 минут трака, то вы только прогреваете масло в моторе. И все. У вас коробка стоит, не двигается, мосты стоят, не двигаются. Так что, когда вы вот эти первые моменты, первые шаги начинаете ехать, масло у вас просто ледяное, холодное. Так что я всегда потихонечку, пока масло чуть-чуть разогрелось, начало дышать, тогда уже можно поливать. Небольшой совет для первоклассников, новичков, так как многие только сдали на CDL. Кто-то пытается сдать. Ну а мы едем разгружаться. Опять красный цвет. И опять все сначала. Грузик у нас тяжелее, чем на бумагах. Я это чувствую. Перевалы это чувствуют. Трак это чувствует. Или то, что у нас весь вес на задней части флатбеда. Или что? Я даже вчера ехал и переживал за весовую, что нам красный цвет по-любому дадут. Но дали зеленый. Значит, по осям все нормально, так как на задние оси мы можем взять 40 тысяч паунтов на две только задних оси. Так как они 10.1 спред, ось между осью, 10.1 фитов. На этот определенный размер осей можно взять 40 тысяч паунтов, 20 тысяч на каждую ось. Это примерно
8.8 тонн, наверное. Так как умножаешь потом 2 на 2, и получается у вас паунты. Как-то так. Уходим мы направо, на 509-ю. Ну, как я понял, что некоторым даже не интересно право-влево вам показывать. Ну, тогда следите за мной. О! Четвертая, как всегда, по руке отдает. Это, наверное, то, что пять раз сцепление не выжил. А, ручка КПП короткая. Надо удлинить до потолка. Как вы скажете, ребят? Мужики-профессионалы. Это все ж ручки КПП, правильно? Только на Петрухе получается она... На Кенворсе она ровная. Ты ее ровную сделал до потолка, да? И она как бы тебе в спалку не идет. Здесь вот ты включил любую сюда скорость, и она чем дальше, тем дальше в спальник, вы понимаете, да, она идет спереда, сюда назад выгнутая такая кочерга. Поэтому за $400 продается такая же кочерга, ее полностью с коробки вытягиваешь, и она вот так идет, так, так и вот так. Два раза выгнутая название ее, так и написано, два раза выгнутая кочерга, чтобы шла с панели сюда, а потом ровно вот так. И тогда она будет уже как на Кенворсе, тогда удлиняю ее как хочешь, она просто будет ровно стоять. А эту, чем длиннее кочерга, тем она у тебя в спальник вот сюда уходит. Тут так реально как-то не слишком будет. Короче, деду будет неудобно. А такая в самый раз. Я к такой привык, она у меня на каждом Петрухе стояла. 12 инчей удлинитель. Но надо сиденье опущенное. Срочно. Грошей нема. Ребят, спасибо за ваши комментарии, конечно, да? Но вы пишете, купи то, поставь тулбакс. За тулбакс отдельный респект. Это у меня, знаете, еще когда было? В проекте. Второй тулбакс поставить. Еще когда я его купил, два тулбакса поставить, чтобы было все по феншую, да? Но вы знаете, что каждый тулбакс $800, плюс еще шиппинг, так же самое. Так что, ребят, это все дорого. На все денег не хватает. Пока обхожусь одним stainless steel тулбаксом, а другим на флатбете стоял черный. Когда я флатбет этот купил, всего-навсего один маленький тулбакс был, и все. Тулбакс — это где цепи, стропы лежат. И я всю Америку на нем объехал с одним тулбаксом и понял, что цепи в одном и стропы в одном тулбаксе — это просто несовместимы. Их надо распределить. Просто там места не было. Когда цепи достаешь, то надо все стропы вытаскивать, все резинки вытаскивать, все эти corner protectors пластмассовые, целая куча. То я сразу приехал с рейса, заказал себе тулбакс и сразу поставил. Ну, пока с двумя обхожусь. Ну, третий было бы прикольно. Было бы классно поставить третий тулбакс слева. Но я понял одну вещь. Тут и большое но. У меня там хороший такой рак сверху стоит. Удобно до него складывать и доставать тарпы. Тарпы, вот эти презентухи, да, они тоже тяжеленные. И когда их с пола поднимаешь, когда скрутил, с пола поднимаешь, и в тулбакс как-то тяжело их было засовывать. Неудобно просто.
на рак как-то раз поднял, положил и засунул туда. В тулбаксе было неудобно сувать. То получается, если я сейчас уберу этот рак, срежу и поставлю туда тулбакс, надо будет эти тарпы опять туда их засовывать, в тулбакс. А мне эта вещь не нравится. Так что не знаю, посмотрим. Или этот рак переносить вперед, куда-то его переваривать. Он просто вваренный. Это просто надо сварку срезать и его снять. Опять уходим налево на Taylor Way. Значит, народ, как далеко от дома я паркую трак? Да, кто-то писал. Спасибо за коммент. Буквально по дорогам здесь ехать 15 минут ровно. Где-то я засекал 8 майлов. Я думаю, это недалеко. А вот все пишут, как вот груз оставляешь на ночь, как трак оставляешь на дороге. Ну вот так. Пока никто не лазит, оставляем. Мы все, как говорится, живем по милости Божьей. Так что на все есть милость и Божья охрана. И мы так и живем, надеемся на милость Божью. Так что все будет нормально. Как написано, если Бог за нас, то кто против нас? На Линкольн уходим налево. Александр, опять налево берем. Солнце ослепляет мокрую дорогу прямо в глаз. Прям как в зеркало. От мокрого асфальта. На улице уже нету траков. Вижу, что на улице нема. Может быть, сейчас быстро в порт заедем. Я не стал 8 часов сюда приезжать. Ну, так как, во-первых, не выспался. Сейчас 9 часов, 9.04, а порт 8 открылся. Как раз думаю, загонят их всех туда в порт. Начнут разгружать, да я подъеду. Вон, смотрю, лодки снимают кранами. Так что им сейчас не до меня. Заезжаем, как всегда, на парковочку к ним сюда.
4 трака стоит в очереди. Одеваем safety vest. Достаем твою карточку. Порты специальная карточка. Morning. Thank you. Quick. За эту карточку деньги платишь. Раз, по-моему, в 4 года. Наверное, 23-го у меня она кончается года. А я, наверное, в 19-м году вот renewal делал. По-моему, на 4 или 5 лет она дается, не помню. Стоимость $170 или что? Вот тоже не помню. До 200 баксов. Проверяют всю твою историю криминальную, чтобы ты никакой кто криминал не был, иначе сюда в порт не заедешь. Та же самая карточка у всех рабочих в аэропортах. Good morning. Yes, I do. 294050. Okay, so just follow this, guys? Yeah. Awesome, thank you. Как-то так. Будем сидеть. А я сейчас покажу быстренько машинки. Вчера их так слегка заснял. Это все праворукие стоят. Все с Японии. Все с Японии. Япошка, Митсубиси. Теперь подтянем вперед. Driving status no. Поставим on duty. Ну и все, а теперь вот так в линию встал. И за траками стоишь, пока их не разгрузят. А это впереди у нас что, Кеша, что ли, вчерашний? Вот только заехал, мужики. Вот он наш Кеша с кетом. С многими осями, которые. Интересно. А вот у спереди. Спереди нас уже начинают грузить. Да, так в порту сидишь в линии и можно целый день просидеть. Вот впереди его еще траки стоят в линии, а тут раз-два привезли ему
И возле меня дяденька проезжает на пикапчике, смотрит на мой груз, и ему так это все не нравится, что надо краном сейчас меня разгружать. И даже еще не поздоровкался ни разу, не подошел. Проехал, посмотрел и дальше поехал. В этих портах может целый день просидеть. Совсем не скучаю по этим longshoremen, это рабочие здесь в портах. Совсем не соскучился. 24 года я с ними боролся. Так и не победил. Пришлось мне с порта уйти. Вон, смотрю, еще целый ряд япончик, япошек стоит. Раньше заезжаешь в этот порт, Skyline стоит, GTR, пару супер было, RX-7. А сейчас что-то уже таких нету машин. Неужели они их все с Японии закупили? Одни вот эти автобусики гонят. Или все эти автобусики и минивенчики берут. Американцы их любят. Да, я стою что-то и все. Не хотят ко мне ехать, не хотят меня разгружать. Вот там рэмпы. И драйвера сами загружают свои... свой эквипмент, свои трактора. Каждый водила должен уметь ездить на всех вот этих тракторах. А слева Kenworth вот сейчас отъезжает. Синенький. Сейчас посмотрим, если это 900-й. То это точно Виталик. Не справа Freightliner, а слева за желтой Вольвой. Так, подъехал. Потихоньку подкрался, как говорится. Бампер на полу сидит, опустил. Ждал я его, ждал его, когда он там с ингейтом не обгонит. И так и прозевал. Смотрел он уже возле меня. 900-й загрузился, пытается выехать. Сейчас Freightliner его блокирует. Прекрасная рама на 900-м. Наверное, 300 есть рама 100%. Вон красавчик, сине-фиолетовый. Или Freightliner темно-синий, а 900-й он... светло-синий получается, да? А вот он у нас Аниска ходит. Анис, привет тебе. В зеленой Security Vest. Сейчас будет оранжевый свой пятюню парковать. 315-й база. Он 900-й. Красавчик идет. База прикольная у него, конечно, длиннющий. Ну а я до сих пор жду вот этих двух кранов. У меня практически вот этот трак впереди, и все, его загрузят, и я следующий. Ну, ко мне уже черный подошел, говорит, братан. Я говорю, ну я тебе не брат, а во-вторых, что хочешь. Он говорит, после ланча мы тебя возьмем. До ланча, говорит, никак. Ну, это понятно. Вы же лонгшермены. Где лонгшермены, а где я? А низко пошел. 315 база, ребят. Вот это 389, я понимаю. Сзади T-bar тоже stainless steel.
Такой красавец. Вот кому фары не нравятся. Ух ты, LED-шки даже такие же, как у меня. Анис, красавчик. И так же самое я думал поворотник сделать. Вот она, желтенькая для поворотника. Лампочка и все. И эти, получается, уже не используешь. Шикарная машина. Даже оранжевая. Здесь все покрашено. Красиво сделал. Супер. Одни петербилды сегодня здесь, в порту. Вот вам 389 фары. И вот вам на 389 359 фары. Солидно смотрится. Панельки классные. Ух ты, еще добавочки снизу. Чтобы был ниже, трак смотрелся. Еще добавка вот эта поставил. И снизу на капоте. Вообще шикарно. Я такого не видел. 315 рама длины. Вот она. Кусочек рамы небольшой. Панелька сзади. Все щакс закрывает. Амортизаторы, эрбеги. Антенка в цвет покрашена. Stainless steel covers на баках стоят. Тоже прикольно. Нержавейка просто обтянута и все. Очень классно. Анис, как тебе это suspension Flex Air? Скажи самое классное. Скажи пару слов для YouTube. Всем привет. И все, пару слов. Обалденно это. Бар сзади, T-bar, да? А вот эти хук сзади я хочу перенести, все так сделать, как у тебя. Очень классно. Может быть сесть, да? Вот она, дашборд, вся выкрашенная. Просто красавчик, обалденно. Bumper lift kit. Ну-ка давай, Анис, подымай. Подними еще раз. Такая система у меня была на синем 379, если кто не видел. Два воздушных цилиндра. Поднимает. Лампочки внутри стоят. Все как у людей. Прикольная тема. И тоже Mirror End бампер. Лампочки у тебя классно на кабине. Маленькие ладишки прям fiberglass. Вот я тебе про эти говорил, подходит. Женщина на капоте. Летучая Гаррис. Что ты про капот говорил? Про брейки ты говорил, видишь, какой гэп. У меня же фильтр не брейки. А, правильно, потому что они маленькие. Все лензы глаз, да? Как они называются? Глаз. Стеклянные. Воздушная система стоит. Только оставил две пружины оригинальных. От оригинального 389. Давай, опусти. Турбинка переделана. PDI. И double overhead cam. Yeah, this is 55 PSI right now. И все? 55? 55. Я практически не поднялся. Вау. И так уже можно ездить, да? Практически. Наверное, чуть выше, но да. Это у нас сколько? Yeah, this is the lowest I can actually ride. 22 инча от земли? 2-3 инча от земли? И можно вот так кататься. Аппаратик.
Красавчик, разлегся на полу. Ну все, красавчика сняли. В порту снимать нельзя, так что только с кабины. О, ко мне уже форклифт приехал. Два палета снимать. Разгрузились, время 2 часа. Прикольно, с 9 до 2 в порту просидели. Поедем по порту, покатаемся. Водичка у нас справа. Как-то остановиться, сфотаться, да? Прикольная фотка была бы. Сайзы, конечно, здесь шикарные. Интересно, где здесь выезд? Народ, а вы выезд не видели? Неужели до самого конца? Ну вот нам и на обещанный дождик. А ведь обещали, что сегодня будет дождливая погода. Зато вчера мы красиво прокатились с солнышком. Так что, народ, спасибо, что съездили сегодня на разгрузку. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, как говорится.
А я сейчас паркуюсь и до дому. А завтра уже будем что-то искать, другой груз. Сегодня, во-первых, ничего не было, ну и, во-вторых, мы бы уже бы и не успели даже загрузить ничего. Как всегда, ничего нового. Диетичники, даже два, шмонают контейнеровоза. Им больше делать нечего. Дорогие подписчики, а у нас есть пару поздравлений. Александр Каргин пишет. Володя, привет из Волгограда. Здорово. Спасибо за видосики. Если не затруднит, поздравьте моего сына с 18-летием 12 ноября. Мы это поздравим 12 ноября. А дальше пишешь, а у меня сегодня 9 ноября. А вот тебя, Александр, мы поздравим сегодня. У меня как раз 9 ноября, но ты это уже увидишь 10. Получается, что ты и мой внук, сегодня родившийся, в один день будем справлять ваше день рождения. Так что, Александр Каргин, я тебя поздравляю от всей души. Happy birthday от дяди Вовы. С днем рождения из Америки. И привет тебе из Большой Америки. Спасибо, что смотришь, спасибо за комменты. А сына мы еще твоего поздравим через пару дней, 12 числа. Так что всего вам наилучшего, здоровья, успехов в жизни. Спасибо еще раз. Руслан Корчак. Привет тебе, Руслан. Просишь за жену. Пишешь, приветствую, Володя. Гудок шикарен. 10 ноября 21 у моей жены Корчак Аллы днюха, ей 41. Передай привет и поздравления. Заранее спасибо. Значит, Корчак Аллу мы поздравляем с днем рождения. Happy birthday из Америки от дяди Вовы. Привет тебе. 41 год. С 41 годом я тебя поздравляю от всей души. Спасибо, что смотрите, наверное, с мужем. Так что обоим вам привет, счастья в семье, радости. Ну и самое главное, чтобы вы не болели. Здоровья вам. Спасибо еще раз. Ну и всем зрителям Дядя Вова USA канала огромное вам спасибо за просмотр и за комментарии. Всем счастливо, всем пока.